Всем привет, с вами Дэрон. А перед началом видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ярик. Я хочу спросить, это фак или это что, блядь? Это, она показывает на эту, короче, смотри, большую карамельную палочку, ты понял? И такая, вот на это я садилась. Вот я доказала то, что ты русский. А сегодня мы будем пытаться ставить лайки детским детям. Лайки. Ну ладно, погнали. Ярик. Я хочу... Её оставь, её вот так оставь, экран. Сейчас. Сейчас пошучу нахуй. Давай, шути, шути. Всё, бля, погнали. Слава, смотри, сколько у неё подписчиков. 47. Слава, смотри на свои хромосомы. 47. Бля, сейчас что-то по-другому нужно, типа, шутка быть. Ярик, посмотри на её ебало, уёбище. Ярик, посмотри на своё ебало, тоже уёбище. Моя сестра, нахуй, понял? Я думал, он скажет, типа, посмотри на своё ебало, ебать ты красивый. Захотел, блядь. Ярик, что ты скажешь о её аве? Что за хуйня? По-моему, я же инвалид, без двух рук и ног, блядь, сделал бы лучше. Ну, я, по крайней мере, сделал бы лучше. Наверное. А как тебе ее видео? Смотри, давай посмотрим, я танцую. Бля, ну я лучше танцую. Я могу заснять, да. Опа. Ебать, качает музон! Блядь, что это, блядь, за пьяная ёлка на Новый год, нахуй? Джай! Смотри, как она... Смотри, сколько лет примерно? Бля, ну я бы ебать не стал, я пришла. Она так, смотри, короче, прогибается, чтоб сиськи видны, понял? Да-да-да, короче, сейчас за плане поставим. Опа, опа. Лови это ее волна, ты понял? Ты словил ее волну? Блядь, у меня уже нахуй на волне, я давно уже на волне, ебать. Танцую тоже. Блядь, там куда влюблена, нахуй, бедный пацан, ебать. Блядь, почему это так смешно? Опа, ты видел, да? Ты видел это? Спереди, короче, и мама стоит, блин, делает движение, нахуй. Ну. Тихо, тихо, минутка. Продолжаем. Бля, ебать на жопу. Ебай на жопу откачивает. Аккуратней. Опа. Её так тянет хулиганить в её 10 лет. Ебать, на хулиганить хочет. Пацан, беги нахуй. Беги нахуй, 10-летняя школьница в Агре. Всё сразу на танцы, дети нахуй. Ты в танцах, блядь. Я хочу сказать то, что я плохо подготовился к этому ролику. Я забыл принести себе огромное ведро, как минимум объемом 5 литров, вот, чтобы обливать. Но посмотрим, может я не буду обливать, что маловероятно. Опа! Опа! Блин, хули ты творишь, за хуйня, ты еще и хуя видел. А всем спасибо за просмотр, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем удачи, всем пока. Ты на пафосе, я на пафосе. Поставь лайк, подпишись на канал.
Ведь ты на пафосе, я на пафосе, слава на пафосе. Круто, классно.